Очередной раз поняла для себя. И хочу сломать все стереотипы, типа, люди говорят все, типа, это неправильно, так не должно быть. Это, типа, плохо и все, типа, если женщина любит не мужчину. Люди, я была замужем 3 раза. Я ничего хорошего ни для себя, ни я, ни дети не увидели в этих отношениях вообще ни в каких. Потому что мужик, ну как, они гребут под себя, а ты все выводишь сама на своих плечиках. Извините, я как бы не со 100% здоровьем девушка. Я просто уже последние отношения не вывезла. Я каждый день ждала того момента, когда это все закончится. И это закончилось. Да, было больно. Да, почему больно было и плохо? Были антидепрессанты и все полагающееся. Потому что предательство было в этих отношениях. И все. Говорилось ранее одно, а итог закончился предательством. И не только одной меня, еще и детей. Вот. Но суть в том, что в данный момент отношения, да, с ней, это не сравнить с отношением с мужчиной. Потому что, ну, я тоже не простой человек. Не простушка и непростая. И характер у меня непростой, сложный. Но она все мои фишки рубит. Ей все это нравится, так же, как и мне нравится все в ней. Мы на одной волне. Мы все понимаем друг друга, друг дружку. И это хорошо. Я никогда в своей жизни, будучи там замужем и все подобное, да, я никогда в жизни ничего не чувствовала, не испытывала, не знаю, ничего со стороны мужчин. Поэтому я так думаю, что там было одно, извините, дерьмо. Ну, в смысле, замужем. А сейчас я скажу так, словами из ТикТока. Я была за забором, там есть жизнь. А вот замужем, когда была, там нет жизни. И не было ее. Было все печально, я больше не вывезла бы. Вообще не вывезла. Все решать сама, все тянуть сама. И мужа тоже, мужей, там, детей, семью, все на плечах. Я не вывезла этого. Просто не вывезла. И окончилось это предательством. Ну да, было больно, да прошло. Переболела. Вот. А сейчас все в лучшую сторону движется. Все у меня хорошо. У нас все хорошо. Все отлично. И я туда-назад не хочу. Вот не хочу. Может, кто-то там скажет, что ты типа только типа по девочкам, раз ты женщину любишь, да? И она любит меня. Нет, нет. Мне как бы и мужчины бывает нравятся, но не то, что даже нет. Я, да, сейчас, в данный момент, я больше люблю ее, а не кого-то там. Ну да, бывает симпатичный пацан, но это только симпатия. И все. А что, а по итогу, что, если начинаешь там встречаться, гулять, еще что-то. Он же говно-говно. Такой же, которые были у меня ранее. Не знаю, если уж попадется достойный мужчина. Если уж. Но это очень-очень-очень невозможно. Поэтому пока меня все устраивает. Все устраивает. Мы любим друг друга. Что нам еще надо? Жить там вместе или семью создать? А зачем? У нас у каждой есть своя семья. Зачем? У каждой есть дети. Даже у кого-то еще есть муж.
Но это не суть, это не столь важно. Да, я вот такая плохая, ну, да такой плохой меня довела жизнь. И сейчас я хочу только всего хорошего и положительного. Поэтому вот так.